Я покаян, и мы, души окаянные, всех содетелю деяний скверные жертву порочную и непотребное житие принесохом вкупе тем же и осудихомся. Творение издатель, живосоздав, вложил и си мне плоть, и кости, и дыхание, и жизнь, но творче мой, избавителю мой, и судье кающийся прими меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Извещаете, спаси грехи, я же содеев, и души, и тело моего язвы, я же внутрь убийственными помыслы разбойнические на мя возложиша. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Пащи согрешив спаси, но вем, яко человека любит сисе, наказуешь милостивое, милосердствуешь тепре, слезяще зрише, и притекаешь, яко отец, призывая блудного. Присущная Троице, Твоей единице поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородица надежды, представительство Тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и яко владычица чистая, кающаяся, прими мя. Ваши козны, лизы, грех мне, обнажив имя первое, боготканные одежды. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Облажен есть одеянием студа, як уже листьем смоковным, в обличении моих самовластных страстей. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Оденься в срамную ризу, и окровавленную студно течением страстного и любостластного живота. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Подок страстную пагубу и вещественную трю, и оттоле до ныне врагу мне досаждает. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Любовещенное, любоименное житие невоздержанием спасет, предпочет ныне тяжким бременем, облажен есть. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Украсив плотский образ скверных помышлений различными облажениями, и осуждаюся. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Внешним прилежным благоукрашением единим опекокся внутренне презрев богообразную скинию. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Погребок первого образа доброту спаси страстьми, и уже яко иногда драхму взыскав обрящи. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Согрешив, яко же блудницы вопиюте, един согреши к Тебе, яко мира прими спаси и мои слезы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Очисти, яко же мытарь вопиюте, спаси, очисти меня, никто же бы сущих из Адама, яко же ас, согрешив Тебе. Единого Тя в трех лицах Бога всех пою, Отца, Сына и Святого Духа. И ныне пресвятый во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица, Дева, едина всепетая, моли прилежного еже спастися нам. Господи, на камень, закон.
приюте от сердца моего прежде конца согреших очисти и спаси мя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Согреши, Господи, согреши в Тебе, очисти мя, несьбо, ей же кто согреши, человецех Его же не превзыдох прегрешениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Приной спаси блудство чудо, подражав одних наследствовав осуждение в потопе погружения. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Слава онного душе, поцелубица, подражавши срамы не покрылыси, искреннего вспять зря возвратишеся. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Что запаление кожелот, бегай, душа моя, греха, бегай Содом и Гоморра, бегай пламени всякого бессловесного желания. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Помилуй, Господи, помилуй мя во приюте, и когда придешь с ангелы Твоими, воздати всем по достоянию деяний. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица простое, несозданное, безначальное естество, Троице пиваемое ипостаси спасины, верою поклоняющейся державе Твоей. Извини, пришли в обитие верховани. От Отца безлетно Сына в лето, Богородительница нискуса мужа родила и сей странное чудо, пребывавши дева до ящик. Услыша пророк, достяжешь и деяния с разумом, да будешь ум зря Бога, и достигнешь не заходящий мрак видений, и будешь и великий купец. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вон на 10 патриархов великих патриарсих, где-то родив тайно, утвердите бедлествицу деятельного, душе мое восхождение, дети яко основания, в степене яко восхождение, премудренно подложив. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. И Исава возненавиденного подражала еси душе, отдала еси прелестнику твоему первые доброты, первенство и отечество и молитвы, отпала еси едварды, поползнулась еси окаянная деянием и разумом тем же ныне. Покайся. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Эдом Исав, наречейся, в крайней граде, жена истинного смещения, невоздержанием упресно разжигаем и сластями оскверняем, и дом именно Вася, ежеглаголица рожение души любогреховная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Нагноище, слышавшего душа моя, оправдавшегося того мужеству, не поревновала еси твердого, не имела еси предложения во всех и же весе, ими же искусилась еси, но явилась еси нетерпеливо. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. И же первые на престоле накныне, нагноище гноен многим, чадих и славный, бесчаден и без домок напрасно, палату губогноище,
и бисери струпы менящие. Славу Сыну и Святому Духу, нераздельное существо, неслитное лице, благословлю Тебя, Троическое едино Божество, яко единоцарственное и сопрестольное вопиюте, песнь великую, вышних тригубо, песнослобие мою. Не рождайшей, девствуешей, пребываешь обоюдо естеством дева, рождейся, обновляется законы естества, утроба же рождает, нерождающая Бог, и где же хочет, побеждается естества чин, творит бо велико хочет. От ночи утренюща человеку лючи, просвети молюся, и настави мене на повеление Твоя, и научи мя спаси творить Воображай душе, ударяющее море и обостевающее глубину, в образ креста божественного, им же можешь и ты великое совершите. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Аарон, приношаше огонь Богу, непорочный, нелестный, но Афии и Финиес, яко ты душе, приношаше чуждее Богу, оскверненное житие. Славу Сыну и Святому Духу. Я Троице славим, единого Бога, свят, 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 еси очи, сыни души, простое существо, единица присно, поклоняемая. Ныне присно и во веки веков, аминь. Из Тебе влечеся в мое смещение, нетленная, безмужная Мать и Дева, Бог создав и веки, и соедини себе человеческое естество. Возвращающаяся по крыше мя внезапу, яко египтянина иногда и твистаты. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Неразумной душе произволение, милый сей, как у прежде Израиль, божественной бомманы, предсудилый сей, бессловесно, любостластное страстей, объединение. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Владимцы душе, предпочла еси хананейских мыслей, паче жилы камени, из него же премудрости река, яко чаша проливает токи богословия. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Свина и мяса и котлы, и египетскую пищу, паче небесное, предсудила еси душе моя, яко же древли неразумные люди в пустыне. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Яко ударил Моисей, раб твой, жезлом камень образно, животворное, животворивое, ребра твоя, прообраза ваши, и из них же все питие жизни спаси почерпали. Всего прокажение в себе стяжалось и сугубо, безместное Бо мыслише, беззаконное же дух дише,
Остави я же и Моше, и притицы к покаянию. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. И невитанной душе слышалось и кающейся Богу, вретящим и пепелом сих не подражалось ей, но явилось ей сизлейшее всех прежде закона и по законе прегрешивших. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Брови блата слышала Иси Иеремия в душе, града Сионе рыданиями вопиющие, и слез ищущие, подражай сего плачевное житие, и спасейшися. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ионов фарсист побеже, разумев обращение неневитанном, разумев, яко пророк Божий, благо утробе, тем же ревно ваше пророчество, не соугатися. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Даниила в робе слышала иси, как возгради уста у души зверей. Увидела иси, как у отроца ей же, от Азарии погасиша, веру и пищи пламень горящий. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Завета и вся, приведу к тебе душе подобию, подражай праведных боголюбивые деяния, избегни же паки лукавых грехов. Самому Сыну и Святому Духу. Безначальные очи Сыне, собезначальные, утешителю благий, души праведные, Слово Божие родителю Отца безначально Слове, душе души живые, и зижди Троица Единица, помилуй мя. Имени Христа и во веки веков, аминь. Яко от обращения червеница пречистая, умная багряница, Иммануилева, внутрь во чреве твоим плоть исткася, тем же Богородица воистину тебя почитаем. Вместе на воза чатия, Рождество несказанное, Матери безмолвная, нет ленен плод Божьего рождение, обновляет естество, тем же тя все дьяволу скушаша, показуя камени, да хлеби будут, на гору возведе, видите, вся царствие мира в мгновение, убойся у душе, плавление, трезвися, молись на всякий час Богу. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Горлица пустынолюбивая, глаз вопиющего, возгласи, Христов светильник, проповедуй покаяние, Ирод беззаконного, сардиадали, зри, душа моя, даню, и увязнешь в беззаконной сети, но облобызай покаяние. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. В пустыне вселися благодати предтечи, Иудея вся и Самария, слышавши течаху, и исповедуху грехи своя, крещающаяся усердно, и же ты не подражала иси душе. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Врагу бы честные ложи нескверного, боя бы Христос прежде благослови плоти еды, и в кане же, и набраться воду, вино, совершая и показуя первое чудо, да ты изменившийся, о душе. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прославленно гостигнул Христос, одр земший, и юношу умершего воздвиже, двичь рождение, и сотничь отроча, и самаряныне явися, в дусе службу тебе душе прежде вописа.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Рот очиву исцели прикосновением края ризы, Господь, прокаженные чисти, слепые хромые просветив, исправи глухие же и немые, и не чашшие низу, исцели словом, да ты спасешься, покаянная душе. Тебе утверждается и тобою, побеждая, побеждает всякое искушение, и принять ратники и проходит послушание. Преподобнее очи Андреева и Бога у нас. Андрей, честные очи, треблаженнейший пастырь критский, не пристай моляся о воспевающих тебя, да избавимся все гневы, скорби и трения, и прегрешений безмерных, чтущий твою память верно. Бессмертно Твое зачатие, Рождество несказанное, Матери безмолвная, не тленен плод Божие порождение, обновляет естество, тем же вся всеродить. Я по Богу небесною, Матерь православно величаю. Никогда призвать и не услышали от Бог правду меня, скорбь распространил нечущие тебя, и услыша молитву мою, умели человеческие для встречи, что все действуют, любите, что ты ищете лжи, любите ее, поверили, Господь, ты готов много своего, Господь услышит, я не за вас, звать не к нему, гнева тебе не совершайте, я же, да будете в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь, пожрите жертву правды, сказайте на Господа, мнозит во воле, но я не там такая, знамените на нас свет лица твоего, Господи, дал ей себе сели в сердце моем, вот плода пшеницы на идее своего умножившися, ты в мире вкусную свою починил, я тут и, Господи, единого нового не силил нанести. Господи, ты не ярости твоей обречишь меня, не же гневом твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, я по немощен есть, исцели меня, Господи, я по смертушися кости моя, и душа моя смятися тело, и ты, Господи, доколе, обратися, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости твоей я по ней смерти поминаю тебе, Боди же, кто исковеса тебе, утрудися воздыханием моим, измый на всякую ночь ложе мое, слезами моими постели моя мочу, смейтесь от ярости уху мое, обетшат во всех праздник моих, отступите от меня, все делающие беззаконие, я услышу, Господь, плач, глаз плача моего, услыши, Господь, моление мое, Господь, молитву мою прият, да постыдятся, сметутся все враги мои, да возвратятся, стыдятся зело вскоре, да коли, Господи, забудешь мне до конца, да коли прощаешь лице твое от меня, да коли положу совет в души моей, болезни сердца моим день и ночь, да коли вознесется враг мой на меня, призри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речит враг мой, укрепится на него, стужающими врагами возрадуется, аще подвижется, аже на милость твою повах, возрадуется сердце мое спасение твоем, воспою, Господи, ве благодеющему мне, и пою имени Господа Вышнего. Призри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речит враг мой, укрепився на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков.
оками. К Тебе, Господи, возлюблю душу мою, Боже мой, на Тебя уповав, да не постыжусь вовек, не веду, да посмеют мне все братья мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся. Цель моя себе самих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молись мне, святый Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Приветствую вас, дорогой отец Борис, братья и сестры. Мы с вами уже завершили второй день первой седмицы Великого Поста. И в эти дни мы с вами часто слышим молитву преподобного Ефрема Силина: «Господи, Владыка живота моего, в праздности, в ныне, в начале, празднословие и дашь мне. Дух же целомудрие, смиренно мудрее, терпение, любви, даруй мне работу. Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение и прости мне всякое согрешение. Да не осуждайте брата моего, яко благословенный сей в веки веков. Аминь». Вот эту молитву мы с вами часто слышим, где совершается прошение, чтобы Господь нам оставил вот такие порочные вещи, да, страстные такие наши желания. Праздность, уныние, любоначалие, празднословие. Ну вот, наверное, один из самых таких распространенных пороков в сегодняшнее время современно это является, что празднословие. Мы к нему привыкли. Мы уже привыкли к этому воздуху отравленному. И он становится для нас обычным. Празднословие – это обычное вот явление в нашей жизни. Далеко ходить не надо. Достаточно включить радиоприемник в машине или посмотреть телевизор, где совершаются различные там конференции, дебаты. Особенно модно сейчас совершать дебаты какие-то, как шутку можно назвать, стенка на стенку. Да? И говорится много, а сути мы как-то и не слышим, где этой сути. О чем же говорится? Вот святитель Иннокентий Борисов на толкование молитвы преподобного Ефрема Сирина говорит, что наши слова, они никуда не исчезают. Они не растворяются в воздухе. Они проходят через века, через года, через столетия. И в конце концов, они приходят вместе с нами на суд Божий. Вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что Бог будет нас судить, будет нас судить не по чьим-то словам, а по нашим словам. И вот также к пророчеству, об этом пророк Исаия, да, что не будет Бог слушать сплетни о нас различные. Первым, кто будет нас осуждать, это наши с вами слова, потому что они придут вместе с нами на страшный суд. Поэтому вот как именно аккуратно надо обращаться словом. Ну, какое у нас, у современных людей, есть оправдание, привыкшего к такому празднословию? Да, как я уже говорил, что мы живем в этом мире пронизанном именно празднословием. Говорим, а сути как-то и во многих словах нет. Ну, о ценности слова говорит нам Священное Писание. И Ветхого Завета, и Нового Завета. Но мы, если это как-то не понимаем, то мы не проникает в нас слово Священного Писания, то мы можем обратиться именно к опыту совсем, как говорится, далеких людей от Священного Писания. Это к древним спартанцам и к племенам, живущим где-то в Центральной Африке. Вот древние спартанцы, для них самой главной валютой это было слово. Деньги у них были большие, такие огромные деньги, очень неудобные, поэтому все ближайшие племена, которые жили вокруг Спарты, смеялись над ними. И вот в одном, как говорится, моменте истории, когда противник напал на Спарту, и им было послано такое
можно сказать, именно ультиматум. Мы ворвемся в ваш город, если вы его не отдадите, мы ворвемся в ваш город, разграбим его, насилуем ваших женщин, ваших юношей сделаем рабами. Спартанцы ответили, только одно слово, если. Другой пример древних, именно глубокого такого племени африканского. Вот люди, живущие совсем далеко от цивилизации, не знающие ни компьютеров, ни телевизоров, ничего. Вот интересный момент, когда они приходят в лес, чтобы срубить какое-то дерево, они на него кричат. Они верят, что таким криком, некими словами устрашающими, они умертвляют сердце дерева. Ну, мы можем посмеяться, да, как, ну, что там, глупые какие люди, а что далеко ходить? Ведь мы-то тоже словом можем с вами убить, правда, друг друга? Очень легко. Но мы это делаем по злобе своей, а порой и по наивности, порой не по воздержанности своей мы это делаем. А эти люди кричат слово с верой, что они именно могут убить живое существо, пусть даже это дерево. Так, например, как слово влияет еще на животных. Например, тоже в одном из африканских племен есть такое обычай, когда они ловят для продажи европейцам, ну, например, животное, какую-нибудь обезьяну, то это животное, обезьяну, они привязывают к столбу, вокруг этого столба садятся люди, конечно, это прежде всего женщины, они занимаются каким-то рукоделием и непрестанно беседуют с этой обезьяной. И через некоторое время обезьяна ломается. Почему это происходит? Ну, потому что сердце животного не привыкло к таким длинным словам. Мы уже с вами привыкли. И реакция какая на такие длинные слова? Что сердце наше становится жестким и жестоким, невосприимчивым. Нас уже ничем не пробьешь. Но Слово Божие нам надо как-то говорить? Конечно, надо говорить. И какое бы время ни было, сегодняшнее время Слово Божие должно именно звучать и в наше время. И как мы его можем говорить? Да? И как дойти до нас, вот людей, очерствевших, привыкших прежде всего к такой жизни, постоянной болтовне? Как до нас достучаться? Достучаться только можно одним – благодатью Божией. Если благодать Божия в нас входит, то мы через призму именно этой благодати Божией уже смотрим на современный мир, в котором мы живем, совершенно по-другому. Мы как-то понимаем, что надо от чего-то избавляться. Если, например, я занял деньги, мне надо их отдавать. А если я наговорил много слов, как мне отдавать? Значит, надо забыть какие-то слова или сменить какие-то слова на другие, более достоверные, чтобы наша с вами речь была именно открытой и понятной. Вот поэтому надо, дорогие мои братья и сестры, учиться именно выражать свои мысли кратко, но четко. Поэтому краткость – это всегда была сестра таланта. Да? Выразить эту мысль кратко и четко, чтобы она была понятна. И вот об этом так как раз и говорит в своей молитве преподобный Ефрем Сирин. Да? Господи, владыка живота и моего, дух праздности, любоначалия, празднословия, не дашь мне. А что он просит? Дух же целомудрия. Целомудрие, как мы знаем, особенно в современном мире, молчаливо, оно скромно, оно не будет себя выпячивать, хвастаться, а бессовестность, да, вот такая, блудодеяние, оно именно многословно, потому что в себя показывает в том виде, какое оно есть. Это мы прекрасно знаем, из нашей жизни тоже знаем, из близких своих людей, да? Вот. Смиренномудрие, оно тоже молчаливо, потому что это смирение. Зато гордость очень говорлива, она старается себя выпечатить, вот.
показать себя, какая она есть. Оказывается, вот что надо делать, да? Я... Любовь настоящая, она тоже молчалива. Почему? Потому что любовь, что она делает? Она всегда долготерпит. А долготерпение, значит, это не отвечание на какое-то злое действие или злое слово, а претерпевание его. Вот, оказывается, о чем говорит вот в этой молитве преподобный Ефрем Цирин, чтобы мы с вами именно исправляли себя вот таким образом. Были более скромнее, более любочестивы, более целомудренны. А для этого нам нужно именно постараться почаще хранить молчание. Отложите на какое-то время свои мобильные телефоны. Не поговорите по скайпам, да? Оставьте их на какое-то время. Уделите время молчанию какому-то, да? Пребывание именно в чтении и в молитве. И вы увидите, что ваша жизнь начнет меняться. Поэтому сейчас особенно во время Великого Поста нам как-то это очень и потребно. Даже неудобно много болтать. Как-то некрасиво, когда именно сейчас, в такое время, мы, особенно люди, называя себя церковными людьми, где-то собираясь, вдруг начинаем рассказывать какие-то вещи, многие вещи такие, и становится очень неудобно. То есть приходит осознание. Дух Божий, который животворит, вдруг именно входит в нас и дает нам осознать, что многоглаголить, пусто глаголить – это плохо. А лучше быть целомудренным, смиренно-мудренным и иметь дар настоящей любви.